И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем какие-нибудь выполнять миссии. Да, я еще ничего здесь не строил, вообще времени нет, только единственное, что застроил платформу. Здесь я хочу немножечко другое сделать, и все. То есть, блин, вообще времени ноль. Но в ближайшее время я надеюсь, что у меня появится время, наконец-то построю здесь то, что... Ай, нет, то, что я задумал, у меня не получится построить чисто физически из-за времени, но я надеюсь, что что-нибудь интересное я да придумаю. Так, мне стало интересно. Ё-моё, вообще уже весь зелененький стал. Еп. Блин. Не, реально, мне интересно, каким он станет. То есть, будет ли сильнее зеленеть или нет. Но мне кажется, кусты здесь уже такие прям стали большенькими. Не знаю. Посмотрим. Так, короче, какие миссии можем мы повыполнять сегодня? Давай посмотрим. Ну, как я уже сказал, мы разделяем миссии и не миссии. И давай, допустим, болотный биом. Бойня на болоте, понятное дело, ничего никогда где, я так и не добрался. Но знаешь, вот глядя на вот это вознаграждение, я понимаю, что да, будет жопа. Ну ладно, с этим как-нибудь потом разберемся. Все равно разберемся, я хочу все миссии пройти. Вот, поэтому, ну что поделаешь. Снежный биом. Что у нас здесь? Взъерошьте перышки. Так, это убейте орду ютиранусов. Такое себе. Маленький прокатодонт потерялся. Сопровождайте его по биому в поисках матери. Ой. Ой, чувствую, жопа будет. О, зимняя рыбалка. Зимняя рыбалка, да. Не, ну надо же ее куда-то выполнить. Да, это изи-бризи. Ну, надо же ее куда-то выполнить, что поделаешь. Почти как обычная рыбалка, только на льду. Используйте удочку и ваше терпение, чтобы поймать столько рыбы, сколько сможете. И постарайтесь не замерзнуть. Это что, мне получается нужна удочка? Удочка или же все-таки сеть? Посмотрим, что вообще требуется. Ну давай сделаем, не знаю, не тратится, не тратится, и сделаем удочка. Удочка тоже, давай сделаем их три. Хотя, подожди, удочка, там нужна наживка для удочки. Ах, ты жопошная жопа. Ладно, разберемся. Кстати, тогда сетей давай попробуем сделать побольше. Может быть, что-то... А, чё, какие сети? Ай, ладно, насадить. Погнали. Вообще, посмотрим, что из этого у нас выйдет. Я знаю, где это находится. Хоп. И, соответственно, туда можно будет... Ну, естественно. На ком же еще? На олене. Еп. Блин, забыл, что у меня здесь это. Забыл, что у меня здесь прозрачно. Так, о, кстати, 49 тысяч уже. Телепортация между биомами. Снежный и, наверное, все-таки на НЕ. Да, там мне нужно будет всего лишь навсего спуститься вниз, и все хорошо. Да, там немножечко жопошно, но что поделаешь. Спустимся. Ну, на крыняк у меня есть... Чубрик, маленький пиздюк, который сможет нас защитить. Ну и на раскладке у меня стоит элемент. Да, одна штучка хватит для его активации. Погнали. Отлично. Еп. Да, здорово. Вот она миссия, потому что, собственно, сколько раз я здесь был, это ужас просто. Вот, поэтому я знаю, что здесь и как здесь. О, Рудольф, я все-таки тобой шмякнулся, да, чутка? Но, не беда. Вот, у меня тут... Ой, да ладно, слышь, Нео, мать твою. Вот это прям хитбокс так хитбокса. Ну, извините. Да, я пришел за одним, но, блин, грех не воспользоваться моментом. Короче, им повезло, у меня топливо закончилось. А, так. Да, тут еще резина один что-то попытался на меня напасть. Ну что, снаряжаемся. И посмотрим вообще, что здесь нам дается.
А, почти как обычно рыбалка, только на льду. Используйте удочку. А, ну это по сути то же самое, да. Не замерзнуть. Добавлена удочка. А! Ёпсель-мопсель. Серьезно? То есть мне еще и удочку бы дали. И рыба появилась. Ну, ё-моё. То есть, может, мне и этих дадут? Слушай, может, тогда и мне всяких носорогов и саблезубов будут давать. Кстати, я вот заметил, здесь столько этих бобриных хаток. Нажмите Е. X. А-Е. Е. Кью. Да. А! Поймана! Это же так, мать его, весело. Не, ну камон, ну вы же понимаете, это самое унылое задание. Это прям конкретно самое унылое задание. C, Z, D, Z, W, Z, Q, W. Ну, в общем, перейдем к призу. И последний залов. Ой, черт побери, это такая увлекательная штука. Просто сидишь такой прям, кайфуешь, прям так кайфуешь, такая рыбалочка зимняя. Ну, хоть не холодно, и на том хорошо. Но, что я могу сказать? Там появились цикланты. Если они сейчас не исчезнут после миссии, я смогу притомить Отера. А это, между прочим, не зря. Не зря. Ой, господи. Ну давай уже ловись, блин. Чё, я зря включил, снял с паузы. Алло, давай, давай. Ловись, рыбка большая, и чтоб тебя собака дораная ловить быстрее. Мне два раза срывалось. Один раз срывалось, я нажал на Alt, забыл, тут на любую кнопку нажимаешь, она срывается обязательно. И второй раз я на что-то нажал, я это не понял. Точнее, не помню, на что я конкретно нажал. Что вы мне дали? Бронтозавр и Каркинес. Ну-ка, ну кайф. Так, цикланты. Цикланты все исчезли. Но, кстати, пингвинам просто повезло реально. Прям до безумия повезло, скоты. Топливо все убрал, называется. Точнее, не взял топливо. Прям вообще прям. Везунчики, я бы даже так сказал. Ух, прям. Да, во время хатки стюметный пост, там посмотреть сколько, но это я перед это, перед отлетом я обязательно залутаю. Какой камешек. Мне вот этот мешань не нравится. Опаньки, нифига, выплыл. Так, выдрки, выдрки. Не, ну тут, короче, без вариантов. Да пошел ты. Нападет просто на меня. Нападет. Ага, отлично. А, 2800 у него хп. Так, кто еще может на меня напасть? Никто. Выдры, выдры, 90 левел выдры. 15-й. Окей. Так, тираннозавр, ёшкин кот, чё я искал? В прошлом видео смотрю я прям вообще. Так, выдра, 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 выдра. Подожди, а как они... А! Подожди, а как вы обзываетесь? Вы же выдры. Или вы там какие-то X-выдра? X-выдра, ёшкин кот. Да пошел ты. Свистит у меня. Ну, я просто на F8 свист. Ва! Икс выдра! Ну где? Блин. А где?
Ах ты ж собака. Вот ж какаха. Так, погнали за выдрой. Призы, конечно, здесь кусок говна, но все равно пройти нужно все миссии. Не из-за призов я прохожу эти миссии, а из-за чести пройденных всех этих. Угу, но. Так. И здесь пингвины лазят. Так, выдрочка, выдрочка, выдрочка. Вот ты где выдрочка, да? Как же ж мне тебя притомить-то, собака ты долбаная мелкая. Есть просто у меня одна идея. Угу. Прям есть у меня идея, но я смотрю, здесь все нормально, могу пробежаться вроде как. Вроде как могу пробежаться. Е-мое. Оба сейчас бы это... Пролетелся, не пробежался бы. Так, все, нормально, я могу здесь пройти. Давай попробуем запустить миссию. Братан, стой здесь. Хотя, погоди. А, да, на нейтралке, отлично. Запускаем гамку. Отлично. Цикланты появились. М-да. Всплываем. И попробуем дойти до выдры. По идее, должно проканать. Не знаю, опять-таки же, если даже сбросится миссия, вообще насрать. Почему? Потому что я типа, подойду, опять миссию запущу, у меня просто циклант опять появится. Ты мне вот эта гамма-миссия нужна чисто для того, чтобы... Циклант-то. Ах ты ж собака! А где рыба? В смысле? Ага, о! Господи, я думал, отцепилась рыба. Вообще, точнее, исчезла. Ай-яй-яй-яй, не лагай! Твою мать. О! У меня есть полчаса на то, чтобы дотащить до выдра. Да, прорубить деревья, конечно, это была бы хорошая идея. Так, я опять не тащу. Так, надо взять топор в руки. И это будет показатель того, что у меня рыба отцепилась. Сэр, у вас рыба отцепилась. Блин, да чтоб тебя. Прыгать-то тоже нельзя. Ё-моё. Если взял топор я в руки, значит... значит рыба отцепилась. Да ёб твою ж за ногу. То есть, получается, я просто даже со скалы падаю с маленького обрыва, рыба отцепляется. Ну вот... А, вот ты где. Бежать я тоже не могу. Ох, и дорого же мне этот отор обойдётся сейчас. Икс-выдрочка. Но я хочу. Я хочу выдру притомить. Надеюсь, мне захода за 3 только притомиться, не больше. Очень на это рассчитываю, что притомится очень быстро. Так. Такс. Так, отвлекли. Ну-ка. Отлично. Мне должно трех хватить. Ну, в смысле, ты ублюдок тупорыл и не прыгнул. Точнее, не полетел. Отлично. Чуть грохнулся. Да в смысле давай уже? О! Отлично. Да о! Вообще прям огонь. Сейчас только еще раз пробраться через вот это все препятствие, скажем так. И будет замечательно. Угу. Совместим 2 в 1. Беспонтовая миссия и томление выдры. Честно, у меня такое ощущение, что эта миссия была чисто для того, чтобы притомить выдру. Ну блин, камон. По-другому здесь никак циклан-то не появится. А выдру же как-то надо томить. Да? Ну, по крайней мере, у меня только такие мысли в голове.
Ну, слушай, я сейчас выбрал нормальный такой маршрут. Отлично. Ой, ё-моё. Черноту увидел, испугался. Ох, давай, быстрее, быстрее. Надеюсь, не будет спадать приручение. Да стой ты! Отлично. 25 еще. Полетели. Так. Блин, почти. Подлагал чутка. Отличненько. И последняя рыбёха. Ай да. Ну, честно, честно, ни разу не смотрел, чтобы кто-то что-то где-то там томил, как вот есть. Ну, вообще в целом я не смотрел все вот эти выживания ни у кого на Генезисе. Ну, за исключением там случайно забрел на стрим там кому-нибудь и так далее. То есть, как случайно? То есть было время, поэтому зашел. Вот, и все. То есть, как такового вообще понятия не имею, как, что, где выживать здесь. Но! Так, куда-то покатилась рыба. Стой! Но я так понимаю, идея, которая мне пришла в голову, это не мне одному пришла. Я прям в этом уверен, что выдру именно так и томить. Запускаешь гамму-миссию и томишь выдру. Почему гамму? Потому что времени дают намного больше. Ну чтоб тебя ты перед рожей появилась. Отлично. Принять. Посмотреть в инвентарь, так как я не могу... Ем. Взять на плечо. Но. Сейчас мы сделаем вот так вот. Отправляем тебя домой. Отлично. Ну, какахи, конечно, не обязательно было подбирать, но все равно. Отлично. Теперь у меня есть меховой этот... А, воротник. Еее. Здорово. Выдрочка притомлена. Ну кайф, кайф. Не, конечно, очень плохо, что нельзя их и того, и другого брать. Прям очень печалька. Но. Ну классно. Здорово. Где? Так, теперь удерживайте... А можно как-то тебя закончить раньше времени? Нельзя? Ну, подождем. Ну, миссию пройти оказалось быстрее, чем дождаться ее окончания. Что там далее? Далее, собственно, говно. Ну вот, вот и вот. Ну, сами видите. Так, гигант Эпитек, сорян, братан, но ты мне тут будешь мешать. Так, что в итоге? Ну, в итоге что, сейчас запускаем миссии и смотрим, что там да где. То есть уже непосредственно по призам. Бета отличается тем, что здесь 13 уже рыб нужно поймать. Время тоже, рыб на 3 больше. Несложно, я бы так сказал. То есть, по сути, все то же самое, просто чутка подольше посидишь и, возможно, получишь лучший приз. Какой именно, мы сейчас это узнаем. Так-с, и что мы получаем? Гарпунка. Гарпунное ружье легендарное, это уже неплохо. Учитывая, что я встрал свой арбалет, это гарпунное ружье будет хорошо. Единственное, что... неэффективно, слушай, он же этот, там вроде бы свои у него, эти, почти угадал, да, гарпуны, но, блин, дофига что требует, ну и эта штука-то дамажащая все равно, как ни крути, ну ладно, это уже неплохо, вот, вот и вот, ну и что-то, возможно, здесь еще состакалось, но это не точно. Ай, да и давай попробуем
альфа. Единственное, что я заметил, больше нужно кнопок тыкать. То есть на гамме, о, да, на гамме там вообще прям легко, на бете нужно больше раз тыкнуть. Вот этот козел там топал. Поэтому он теперь сдох. Ну что, погнали. Короче, сложность альфа-миссии в том, даже не в том, что где-то как-то там... Нет. Челлендж есть какой-то, нужно прям успеть. Я прям на последних секундах прям успеваю только ловить. Сложность в другом. Рыбы. А точнее их отсутствие. То есть можно просто минуты две сидеть на одном месте. Я тут с места на место перепрыгиваю постоянно. Можно минуты две сидеть на месте, и она просто к тебе не подплывет, рыба. У тебя всего лишь 20 минут, но при этом 2 минуты может рыба не... 2 минуты это я просто сидел, ждал. Я просто встал и побежал. На другую точку сел. Вот в этом основная проблема. То есть просто может не хватить рыбы. Да вот смотрите, я вот сейчас закинул удочку и сижу с вами разговариваю. Сколько прошло времени? А рыба до сих пор еще не поймалась. При всем при этом время ограничено. И в этом проблемка именно, да. Ну да, у меня здесь очень много сорвалось. Я что-то уже настолько накликался, что у меня... то есть... Пытаюсь, допустим, перевести палец на С, случайно цепляю на Д прожимается, все срывается, короче, да, это проблема, то есть сразу же друг за дружкой проходить это тяжело, потому что ты начинаешь тупить и случайно не то жмешь, но основная проблема это вот это, вы ее сейчас прекрасно видите, о, летит, летит, давай, отлично, но ток-ток-то от этого я все равно... сейчас всру. А, потому что, ну, время. Время это наше все. Так, давай. Икс. Отлично. Ну, то есть я примерно вот так каждый раз. Либо 0, либо 1 секунда остается. И так каждый раз я прохожу. Ну, то есть вылавливаю. Очень много сорвалось, и еще несколько рыб, они просто-напросто застряли у меня вон там. Оп, вот она исчезла, рыбка. Вот, там было, кстати, их больше, не знаю, может, она вырезала, но, либо задиспавнилась, но, в общем, там их было больше, они у меня просто-напросто там застряли. Так, а вот фигня, то есть альфа уже дает немножечко просраться. Но посмотрим, что будет еще с одной попыткой. А теперь смотрите, в чем тупость. Мне нужно поймать еще две рыбины. Из циклантов я вижу только одну вот эту рыбину, забаганную. То есть она вот в таком состоянии уже стоит, ну, в общем, с начала рыбалки. И это проблема. Скажем так, ладно, в прошлый раз у меня рыбы срывались и они исчезали. То есть как бы они... Ну, то есть как бы это... Да иди ты в баню отсюда. Вот, они, то есть, выбирали снаружи и, соответственно, они помирали. То сейчас этого ни одной не было. Но проблема в том, что рыб-то я больше и не вижу. Рыба одна, а поймать мне нужно их две. Вот такая вот приколюха. Непонятная. Что делать в такой ситуевине, я не знаю. Но одно точно могу сказать. А мне больше некого ловить. То есть я уже и с места на место поперебирался и так далее. Ну, да вы сами прекрасно видите. Просто-напросто нету чертовой рыбы. Одной штучки. Ну, давайте я посижу сейчас вот эти 3 минуты. И посмотрим. Вот это вот тупняк словится или нет. Это во-первых. А во-вторых, появится ли из воздуха, назовем так, рыба. Но эта рыба так и не сдвинулась с места. Прям вообще не сдвинулась с места. И новой не появилась. Вот такая вот багулина-какулина. И вот что с этим делать, черт его знает.
Так, здесь я не могу под водой ее достать. Мне просто стало интересно, а могу ли я, допустим, вот этим ловить? Вряд ли, конечно. Эй, такой, не получилось. Не, то есть она вот только попадает в воду и сразу же все, короче. Вот такая вот непонятная фигня. Что с этим делать, я не знаю. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, сказал. Тупая рыбёха. Да, миссия провалена. И вы сами понимаете, из-за чего. То есть, все были живы, все были здоровы. То есть, никто у меня не помер, так сказать. Но, увы. В общем, самые бездарно потраченные 40 минут в этой игре. Вот прям самые бездарные. Почему? Ну, потому что это... Даже стоя АФК на базе, ты качаешь хотя бы своих диносов. Здесь же ты ничего не качаешь. Что я хочу сейчас проверить? Давай запустим гамму. Почему гамму? Потому что хочу гамму. И проверим вот эту вот фигню. Не, она вот только попадает в воду и все сразу же. Все. То есть как бы не канает. То есть это я не могу скинуть сеть. Хорошо, я поймал. Но только она не засчиталась. Вот это я и хотел проверить. Отлично. То есть, как бы... Не. Да, короче. Все. Все говно. Единственное, что сейчас вот... Сопрем. Ее, ты смотри, что поймала. Вот это неплохо. Вот это уже неплохо, мне это даже нравится. Сейчас сопрем вот это все добро у бобров. Еп. Да ладно, даже не согрелись на меня. Кайф, они все далеко. Так, где еще? Ага, вон у меня хата, хата бобра. И под водой сейчас еще проверим. Ну, так с налета, с нахрапа я не вижу. В общем, вот такая вот фигня непонятная. Что с этим делать, я не знаю. Потом, конечно, попробую еще. Может быть, повезет. И я пройду эту миссию. Так, братаны. Хорош! Не бейте. Текаем. Вот, может быть, мне повезет, может быть, все будет хорошо, и не забагается, и это, но, блин, я не знаю, тратить на это время, ну, ты просто по факту реально 20 минут тратишь на то, что может, так сказать, тебе и не попасться, то есть, может просто забагаться, может еще что-то. Начать миссию плавать, считать рыб. Это точно бред. Почему? Ну, как минимум из-за того, что... О, отлично. Миссия хоть закончилась. Вот. Из-за того, что... Так, сюда, воды. И... Так, спасибо. Не ту кнопочку нажмешь, вот про о чем я говорил. Из-за того, что не ту кнопочку нажмешь, тебя просто, типа, рыба исчезнет, как бы, и все. То есть ты посчитал, ага, у тебя там, типа, все нормально, 16 рыб, отлично. А потом ты начинаешь вытаскивать, не ту кнопку нажимаешь, и все. Нету рыбы. Она сдохла просто. Поэтому, ну, такое себе. В общем, миссия очень сильно продумана. Как минимум пару рыб точно нужно было. Хотя бы одну рыбу запасную точно нужно было кидать. Может, это мне просто повезло эти оба раза. И получилось именно так, как получилось. В любом случае, я поймал отра. А это самое главное.
Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!